Три изменения в программе материнского капитала. Проект продлен до 2021 года. Введена новая ежемесячная выплата с рождением или усыновлением второго ребенка, родившегося в этом году. И сняли трехлетний мораторий на направление мат-капитала на дошкольное образование. В Казань приехал посол США в России Джон Хансман. Сегодня в Казанском Кремле он встретился с президентом Татарстана. Джон Хансман посетит Иннополис, Казанскую ТЭЦ-3 и высшие учебные заведения. Казанский водоканал избавит город от неприятных запахов. На модернизацию очистных сооружений потратят более миллиарда рублей, сказал сегодня на совещании в мэрии директор предприятия Андрей Егоров. Работы начались в прошлом году. Программа реконструкции рассчитана на 12 лет.